допустим. Или если что-то бережет на руке, то финт. Ставка не сыграла, дружище. Skin Render, Doom Blade и Vraska Contempt. Хорошо, давай уберем Skin Render, чтобы ему пришлось через Vraska Contempt доставать его обратно. Наше очко уходит. Я не понял, что он пытается играть. Так вообще, что он пытается Думблейдом убить черное существо. Потому что он поставил свамп, который у него не было, да. Именно это и пытается сделать. Отборный, не отборный, мы идем 0-2, а опа, всех жахнут. Опа, все хорошо. Это мы отборные. Теперь там можно сыграть просто контент. У нас 3 или 4 финишера. Что-то такое, да? И больше, да. У-у-у, как все запущено. Можно в дискард, пожалуйста? Спасибо тебе, господи. С чего начнем, я даже не знаю. Еще от Реда, наверное. Или с Хорнет Квин. Да непонятно, Сереж.
нам же нужно будет тогда запихивать еще кого-то, понимаешь? Шадред начинает работать и не убивается дублейдом. Все сразу начинает работать. Единственное, что. Сереж, ты прав, кстати. То есть одну карту у него на руке мы знаем. Окей. Значит, ждем, пока он еще раз соберет лирику. Нет, я конченый. Вот, да, понят, может, еще раз забили. Ой, жесть какая. Пакрает, окей. Не хочет обидеть. Не хочет, оппонент. А нет, хочет обелить лильку. Слушайте, хочет. Все-таки хочет. Ну теперь-то можно. Просто ужасно. Реально просто ужасно. Ну вот. Зато развеселился. Сейчас Шадреда убьет, посмеемся. Я думал, это награда. В раз как Антону потратил на Пендрика. Там, в экзале, Петрик. Дает, конечно, так и действительно уникально. То есть вот это вот все равно. Понятно, сильнее, действительно. Но она не блокируемая на самом полке.
А что от нее? Ни вреда, ни пользы. Если бы дискард сыграть, так пользу. Так она как бы только из-за лильки выигрывает. Да. Ну что, предлагается по поводу крысы засадить шок, что ли? Это вот та самая лилька, которая переметнулась на другую сторону. Да? На дрове 41, да, блин. Пофигу. Вот. Хороший стрим. Женя проиграл себе, оппонент проиграл себе. Ну, то есть проиграл я точно себе, я просто как бы не посчитал. Но на самом деле не факт, что если бы я сыграл по-другому, я выиграл бы. Там непонятно, у него там сколько-то карт на руке еще было. Вот. Какой есть ритуал? Другого стрима у меня для вас нет. За умными стримами это он к Саше. А Damnation он, по-моему, не видел, да? Может, не рисковать? Я думаю, что не надо рисковать. Получим дискард Damnation. Ну, приплыли. То есть в две цели я прям легко сыграю дальше. Нажимаю F6, я не думаю, что это понятно отслеживает там F6 или на паузу здесь. Я извиняюсь, чувак. Чувак, извини, пожалуйста, за скотина. Что со мной делает, это вообще ужас. Я только хотел погрустить, что я играть не умею ни хрена. Чувак такие вещи вытворяет.
Нет, этот оппонент последний, Флоппи Минкс, это просто божественное какое-то вообще. То есть, играя с реаниматором, причем явно было, что это реаниматор. Не скарлить, не скарлить. Ой, ужас какой, боже мой. О, у него портал, я смотрю. Портал это круто, на самом деле. Портал это круто. Тем более он видел реанимацию в руке, да. Видел реанимацию в руке. Самое смешное, что мы можем поставить с Temporal Gateway только мир Батлсферу. Мы не можем поставить ни Оверлорда. Да, ужасы нам добрые, это правда. Прибежал из соседней комнаты нас Миша. Извини, Саша, что я тебя оторвал. От соседней комнаты. Я тут собирался погрустить по поводу своих бесчисленных мисплеев. Тут такая веселуха творится. Во-первых, у нас, если Саша еще не убежал, есть на столе сран Temporal Gateway. Мне кажется, это стоит вообще того, чтобы... Сейчас он пойдет в атаку, он же пойдет в атаку наверняка. Он пойдет в атаку. Мы пихнем в мир батлсферу, мы получим что-нибудь неприятное. Сейчас стифлит. Мне ничего не тогда к ним надо будет. Но сейчас я имею в виду, если он убьет мне батлсферу все же. Не знаю, за что он там хватается. Это понятно. Очень интересно. Скорее всего, у него есть ремоут какой-то. Четырех карт на руке. Если это враска контент, то может быть враска контент. То я, наверное, вообще буду... Да, это враска контент. Я, наверное, буду втроем блокать его. Ну, в смысле, вчетвером. И в этой партии мы очень даже можем прикрыть. Элементарно абсолютно. С портала. Вообще. Пешее эротическое путешествие может быть. Интересный момент такой. Если я собираюсь играть в раз, а я, наверное, собираюсь играть в раз. Не хочу ставить финда. Я не имею в виду сейчас играть в раз, я имею в виду в принципе играть в раз когда-нибудь. Если я когда-нибудь собираюсь играть в раз. Да не, нормально собираю.
Ну, у нас реанимация это как бы только Caretaker, если он убьет Caretaker и сыграет Лилиану, то будет не очень приятно. У него есть несколько хороших карт в колоде. Даже точнее не так. У него, в принципе, куча хороших карт, но только не совсем понимает, что с некоторыми делать. А что ты предлагаешь по шбалисту поднять на ноль? Или так, на всякий случай, на будущее? Давай поставим. Я не против. Чтобы не забыть, потом тоже вариант. Дроп мы делаем обязательно, потому что наш какая-то оверлорд кастится за ману. Есть такая опция интересная. Началось. Ого. Ну, то есть просто убил нам чувачка вот этого. Мы голосуем за Condemnation. Сам Том, почему интересно голосовать за кандидата, чтобы понять. Ну ладно. То есть, скорее всего, на следующий ход надо будет играть в домнешний. У нас его не выпьют из дискарда. Да у чувака портал, это как бы очень сложно обыграть вообще. Я думаю, что портал тоже. То есть без болевая аренка. Помню, кстати, ощущение вообще с первых драфтов, где я играл в Фериксийской арене, это просто жесть какая-то, было очень давно. Но вопросу о дамнейшенах, да? Давайте мы все равно сыграем дамнейшен. Давайте мы даже финда поставим.
какая могла быть огромная баллиста бы. Unburial Rites. Лилиана Дес Мэджести. Да, оппонент серьезно, в общем-то, подготовился, надо сказать. У нас есть одна зеленая, да. У нас есть одна бесплатная зеленая. А для райца-то ему как раз некуда, что ли, по-моему, да? Какие-то мемы. Там тоже Плейсвокер, кстати, в количестве. Это было 6 полов на 10 земель, так, если что, на всякий случай. Очень тяжелая ситуация. Оппонент разобрался, как играет Лилиана. Или она не приходила, просто ему больше, да? И у нас могут быть достаточно серьезные проблемы со СМИ.
Каковы же шансы на жизнь несчастного критейкера? К сожалению, чрезвычайно малы. Интересно. То есть мне надо, чтобы в нашем апкипе у нас была хорошая крючушка на гриве, да? То есть можно спокойно вот так пойти и ход отдать. Наш актив. Зачем вот так у них идет? Ты хотел в апкип что ли поставить на нее? Монотицами могут им дадут чем угодно может закончиться. План слишком хитер. Когда еще раз спрашиваю тебя? То есть обилка критейкер работает только в апкип, причем в наш апкип. Это его реанимационные какие-то развлекалочки или что? То есть самое главное это сделать до end of turn, правильно? У него есть враз, кстати, в колоде. За мифайном точно пригодится. Вот уж что-что за мифайном пригодится. Может и не пригодится, если, допустим, оппонент сыграет экзайл в королеву.
Почему интересно, что в такой ситуации на хамаш выбирает? О, господи, боже мой, ну что такое? Ну что такое с этим оппонентом? Я не знаю, ну что? Ну, я не могу больше смеяться, у меня сил нету, правда. Этот оппонент не исключение, это как вот... Как я не знаю, то есть... Как я, только еще смертельно пьяный. Ну, поржи там, я не знаю. Ну что это такое? Я вообще... Пишет трехлетняя девочка, это вот из этой категории. Мне дали оппоненту пассива, правда. Это правда. То есть можно прокрутиться в пироманту на самом деле. Девять. Да, наверное, я хочу даже прокрутиться в пиромант. Добрый чатик. Вот, а если бы я не крутился бы, я бы убил оппонента. Так в хите оставлю. Может, он, не знаю, там смертельно пьяный, не знаю. Может, он мискликает все время. Он добрый, ничего не пишет. Прямо нравится. Военки на каждый второй. На каждый первый. Еще может у меня выразить. Токсик делюш. Круто. Кстати, у него еще и токсик делюш есть. Это очень круто. На самом деле у него много хороших. Продолжает. Да. Даже не буду реанимировать, я не буду показывать человеку, что как бы он не прав. Вообще не могу так.